Что ты делаешь? Ты позвал меня, девушку, в свой офис. И почему не позвал Джао Лэя? Директор Гу, закройте дверь. Что ты делаешь? Госпожа Гу, как я себя вел? Ты хорошо себя вел. Но если ты сделаешь это, нас легко разоблачат. Не кричи. Если будешь кричать, мы потеряем все. Что ты делаешь? Я не могу себя сдерживать. Что ты сказал? Не пугай меня. Я не могу это контролировать. Все нормально. Когда рядом никого нет, тебе не нужно сдерживать себя.